Чувашия и Оренбуржье, несмотря на то, что расположены вроде бы далеко друг от друга, но дружат наши народы. У нас очень большая диаспора чувашская, Курманаевский район. И практически на Западе в каждом районе есть целые села чувашские. И вот обмениваемся как творческими коллективами, дружим, скажем так, районами. И эта дружба уже на протяжении десятков лет. Поэтому я от имени всех оренбуржцев рад тому, что мне предоставилась возможность поздравить жителей республики с праздником счастья, добра, здоровья. Всего самого-самого доброго всем вам.